Вот сейчас вы видите мою выставку. Это не первая моя выставка, это уже вторая. На данный момент она проходит в соло-каверне. Кстати, хочу сказать спасибо, ребята, что помогли осуществить свою идею. И я хочу вам сказать основной месседж. Это, посмотрите, какие красивые девушки, да, портреты. Какие пейзажи и, в принципе, вообще на фотографии, которыми я хочу сказать, что в нашем городе очень красивые девушки. У нас очень классная туристическая вот местность, потому что Боярка, как и раньше, была туристическим городом, так и сейчас вот здесь часто снимают фильмы, снимают рекламу, фотографируют сериалы. То есть много чего можно в нашем городе показать. И потому первым месседжем было показать красоту наших жителей, потом показать красоту действительно азиатской кухни, чтобы люди знали оригинальный вкус, они знали, что все-таки Боярка — это не спальный район Киева, а это, можно сказать, начало для творческих людей, которые могут реализовать себя. Ну, фотографией я занимаюсь уже больше 12 лет, начинал с видео. То есть обычно всегда начинают с фото люди, но я начинал с видео. И в принципе я понял, что фотографии людям нравятся, стал щелкать и набрал опыта, стал понимать вообще смысл фотографий, которые можно показать жизни, разных особенностей, что происходит. То есть я больше формата репортажника, но на данный момент я стал работать над портретами. Я 10 лет занимался свадьбами, и в принципе этот опыт мне позволяет чувствовать людей. Это первая, наверное, серия беспилотников, которые появились вот в Украине. И я вторым человеком в Боярке, кто имел беспилотник и начал показывать виды Боярки. Это на то время было очень круто. На данный момент хотелось просто показать наши исторические здания. Вот действительно исторические, потому что вот это здание, которое разрушила компания Венс, уже его нету. Но она осталась у меня в кадре, снятая с беспилотника. Это восстановление нашей Свято-Михайловской церкви, когда ее перекрасили, и очень хорошо. Ну, кстати, это копия, то ли вторая, то ли третья церкви, потому что на данный момент первого экземпляра уже нету. Друзья, я буду рад видеть вас на этой выставке. И в принципе реализовывайте себя, ведь это круто.